Всем большой привет! Вчера мы с вами гуляли по магазинам и сделали некоторые покупки. Правда, есть покупки, которые я совершала ранее, но я их объединю. Магазины будут Fix Price, Улыбка Радуги, Магнит Косметик и обычные магазинчики, которые встречались по пути. Давайте начнем с Fix Price. Он менее интересный, и я думаю, я его покажу достаточно быстро. Самое выгодное Fix Price из вот такого расходного материала, как мы говорим, это ватные диски. Они идут с эффектом прошитого края, 160 штук. Цену не помню, могу показать в конце чек. Когда я бываю в Fix Price, я их скупаю сразу несколько штук. В этот раз взяла 3 и думаю, что на какое-то время мне их хватит. Ну и не только мне, но также и маме. Женщин в семье 2. Из необходимого взяла батарейки солевые. Хотела взять алкалиновые, или как они там называются, но совершенно забыла и взяла солевые. Я обычно беру по 4 штуки, а уже на кассе вспомнила, схватила и уже дома сообразила, что взяла не те. Но пока будем пользоваться, получается, этими. Они, чем мне не нравятся, именно вот солевые, что они подтекают, а надо вовремя ловить момент, чтобы этого не случилось. Поэтому вот батарейки. Они мне нужны в первую очередь в светильнички, которые над кроватью, ведь вечером, когда засыпаем или там какие-то дела еще делаем, чтобы светильник светил, либо ночью, когда встаешь, включаешь этот фонарик, как бы светильничек, он тебе освещает комнату и никого не будет. Вот. Удобный такой расходный материал. Самое главное, зачем я шла в Fix Price, хочу похвалить. Конечно, похвалить я могу, ну, не на 100%. Мне нравится, я доверяю этому средству, но проверить, что действительно убивает, я не могу. Бактерий и микробов не видно, поэтому как бы вот понравилось средство. Оно достаточно выгодное по деньгам. По аромату ощущается, что что-то оно убивает, потому что запах неприятный. Такой, знаете, химический запах, как будто идет обработка действительно какой-то поверхности. И поэтому вот вызывает доверие. Я в Faberlic покупаю антибактериальное еще средство. Оно не заявлено от вирусов. Но оно не имеет особо никакого запаха. Оно легкое. И вот они стоят, когда рядом, то стоит целое, это заканчивается. И получается, как бы доверие мое подсознательное падает вот именно на это дезинфицирующее средство. Оно подходит для всех типов поверхности, убивает 99,9% вирусов и бактерий. Для рук, тела я не обрабатываю ни руки, ни тело, но могу обрабатывать верхнюю одежду, опрыскивать, если там человек откуда-то пришел, например, где большое скопление народу. Но в основном я беру для дверей, для дверных ручек. Обрабатываю обе мои двери входные. Также, если раз в недельку где-то проходится сын по квартире, это его задача, и обрабатывает ручки между, ну, межкомнатные двери, вот эти вот все. Для электроники подходит и для дома. То есть телефон свой, когда мы с улицы приходим с телефоном, он обрабатывается именно этим спреем. Вот. И подходит он для дома, даже кошачьи горшки можно обрабатывать. Ну, в общем, вот такое вот средство. Мне оно очень понравилось. Цена 99 рублей. Специально выделила ему даже время, чтобы вам рассказать. И у нас оно стоит прямо на кассе. Обратите внимание. По цене, да, 99 рублей. И знаете, что я еще взяла в Fix Price? У меня в последнее время сын просит орехи, арахис, либо фисташки. Ну, фисташки дорогие в магазине. Я увидела арахис, вот такой жареный, соленый Fix Price. Взяла ему. Я не буду его в камеру, я вот здесь вот в краешку положу. И две пачки взяла вот такого арахис в скорлупе и тоже жареный. Вот. Тут его надо чистить. Я еще не пробовала ни разу, но взяла на всякий случай две пачки. Если понравится, будем брать еще. Вот они обе сюда с краешку. И в принципе все по Fix Price. Давайте я вам покажу по ценам. Вот. Немного всего купили. Рублей на 600, что ли, я взяла.
Видите, арахис всего по 50 рублей. И брала я еще корм кошкам Пурина. Ну, я уже убрала, я думаю, это не настолько интересно. Далее, давайте я покажу, что купила в Магнит Косметик. Из важного и необходимого я туда шла, в принципе, за необходимым. У меня закончился Брев-гель. Верна я остаюсь Брев-гелю. Как только вижу скидку, сразу беру. Тут написано, что до 1600 смываний. Видимо, меня они услышали и перестали писать, насколько это хватает. Но видите, они начали писать до 1600 смываний. А то они писали, насколько хватает, и мне было всегда интересно и весело, как они рассчитали. Далее. Показывала вам уже в корзине даже в своей, когда покупала, взяла очередную краску. Кастинг крем-глосс от L'Oréal Paris 603 молочный. Я люблю этот оттенок. Но я и покрашу после того, как у меня... Сейчас я покрашу от Estelle, по-моему, мне прислали красочку попробовать. А потом уже... Может быть, мне от Estelle понравится больше. Я не помню. По-моему, от Estelle. Забыла название краски. Будем краситься, я покажу. Ну, на запас взяла эту. Далее, что мне было необходимо, даже не мне, а мужу. У него хороший станок, но вот в этот раз я ему взяла вот такие одноразовые. Спросила на кассе, какие хорошие. Сказала, что женщина, что мужчины часто приходят, берут вот эти. Они рублей 170, 4 плюс 1 в подарок, 5 штук в упаковке. Хромовое покрытие, смазывающая полоска, плавающая головка. Если что-то мужу не понравится, заберу себе, использую сама с удовольствием. Поэтому пока вот так. И из декоративки я взяла лак. Вы его уже видите у меня на ногтях. Это Sally Hansen. Вот так он выглядит. Прямо очень понравился. Их было несколько вариантов. И вот остановилась на этом 9 с лишним миллилитров. Уже вот так его. То есть вот покрасила один раз. Он густой, он очень классный. У него такая лопатка. И раньше вот в других упаковках, когда был этот лак, выпускался, то тоже была вот такая вот плотная, широкая кисть и узкая. Видите, она как лопатка. Так ей удобно пользоваться. С такой кистью трудно зайти за края. И более аккуратная покраска ногтей происходит. Вот, вот так. Рада я, что я его взяла. И он, на всякий случай, я и на ромашку нанесла. Хотела вам показать. Вот он. Рядом с Теллери два лака, которые я покупала недавно тоже в Магнит Косметик. И вот он. Sally Hansen. Довольная. Я довольна, мне нравятся вот такие лаки. Бабушкины они, не бабушкины, хоть бабушкины, хоть дедушкины. Но вот хотела, взяла. Всего было в Магнит Косметик на 770 рублей покупок совершено. Тоже, девочки, я не буду ничего тут вычитывать. Я вам вот так покажу. Краска 299, ну видно, лак 148. Он, кстати, это красный, желтый ценник был на лак. Да. Мне кажется, видно. Так, второй чек вам показала. И далее мы посмотрим, что я брала в Улыбке Радуги. В Улыбке Радуги я была два раза. Оба раза попала не в скидочные дни, поэтому что-то я брала по белому ценнику. Даже списала баллы, какие у меня там были на карте. Ну, так получилось. Не получается у меня каждый раз, там ровно 15 числа, попадать в Улыбку. Она очень далеко от дома. Что я взяла? Взяла набор кистей. Уже не у одной девочки я видела. Первая Лена показала. Я вообще на них раньше смотрела, но когда девчонки стали покупать и распаковывать, мне захотелось тоже. Из двух наборов, там с такой блестящей, с кристалликами, желтая такая под золото ручка. Но там мне сами вот эти вот кисти не так понравились, как вот эти. Зерко, я не знаю, как правильно читается. И интересно, что вот тут написано 4 предмета. Давайте вот так покажу еще.
304 рубля у нас они стоили без скидки. Но вообще в скидочные дни, когда по желтому ценнику, их можно было бы, конечно, найти и подешевле. Так, я их отсюда ведь даже не доставала, девчонки. Что же я совершенно забыла их открыть. Сейчас я попробую это сделать быстренько. Ага. Вот они какие красивые. Как бы их изъять-то отсюда. Ой, мама дорогая. Ну, не так, так это. Ну, как по-другому. Вырезать не буду. Все в прямом эфире, девочки. Вот они. Они небольшие. Тоже поближе покажу. Вот такие у них милейшие наконечники. Мне кажется, как пружинка. Да, это вот, знаете, эффект пружинки. Они как будто немножко даже прогибаются. Ну и главное, что же главное, это, конечно же, не ручка и не наконечники, хотя для девочек это очень важно. Это сами кисти. Мне показались они очень качественными. Вот они прямо классненькие. И красивые, и классные, и качественные. Даже без всяких скидок 300 рублей за них, честно, было не жалко. Вот прямо захотела. У нас висел только один набор такой, и второй вот, ну, второй в другом оформлении немножко. Но этот мне прям понравился очень. Если на скидках я еще увижу именно этот набор, и скидки будут, я возьму наверняка еще один даже. Потому что кисти здесь... мне очень понравились. Вот это вообще просто бочонок исключительный. Вот это может быть великовато, конечно, для глаз, особенно если, например, нависшее веко. Но остальные вполне интересные. Так, не буду я уже. Так, а знаете, я сейчас что сделаю? Вот сюда наши кисточки поставлю. Стаканчик мне будет нужен, потому что будут еще покупочки. Так, далее. Мы с вами смотрим улыбку радуги. В улыбке я купила два аромата. Вообще я шла искать ароматы на подарок. Кто смотрит Лену, видели у нее уже эти ароматы. Но настолько мне самой лично понравились, как они звучат, что я вот прямо сгребла с полок по два экземпляра. По одному отправила Лене и по одному оставила себе. Дарить ароматы я на самом деле побаиваюсь, потому что это вообще настолько индивидуально. Но вот влюбилась, вот прямо там влюбилась и уже ношу. Открыла, дома пришла, открыла и уже ношу их. Понравились очень. Это недорогая парфюмерия, в районе 400-500 рублей стоит каждый флакон. В этом даже, смотрите, какая визитка интересная была. Парли. Такой бренд. Даже его директор оставила свою визиточку. И это в каждом флакончике, в каждой в коробочке. А, именно вот эти, именно вот этот, ну, Маус Деликет, не знаю, как правильно, Деликет. Ну, в общем, вот именно вот в таком формате. Их было несколько вариантов, но у нас продавался один. Но я знаю, что есть еще другие. Именно вот этот восточно-цветочный. Я вам буду показывать флакон и рассказывать ноты. Посмотрите, какой кристалл. Это просто такой, как хочется рубином назвать. Ну, конечно, рубин ярче и краснее. Но вы посмотрите, какая красота. Действительно, как граненый камень. Увесистая такая крышка. Крышка пластиковая. Но стекло прям такое дорогое. Это плотное стекло. То есть дно находится на самом деле у водички вот здесь. И вот такой вот прямо как драгоценный камень. Вот, когда увидела, я прямо вот влюбилась в этот аромат сразу. Восточно-цветочный. Он подходит для романтичных девушек. 100 мл. Это туалетная водичка. Верхние ноты – груша, лист черной смородины, гордения. Ноты сердца – жасмин, апельсиновый цвет. И ноты шлейфа – кашмирское дерево, сандал, мускус, ваниль. Прямо очень впечатлил, очень понравился, захотела, купила. И
не жалею нисколько. Лена сказала, что ей понравился тоже аромат. Ну, надеюсь, она будет тоже носить с удовольствием. Но я так точно буду носить его с удовольствием. И от Брокарт увидела Pink Taxi. Позднее мы с вами смотрели в магазине, я увидела второй аромат розовый. Наверное, я за ним вернусь. В Магнит Косметик я увидела второй розовый. Это Beauty Time, а второй... Ой, уже забыла. Уже забыла название. Вот этот аромат, когда я уже вот в руках держала покупки плюс вот эти два аромата, мне было неудобно наносить на запястье, либо брать какой-то тестер, тест-полоску. Я брызнула вот так в воздух, и на меня так вот стало оседать, и мне так понравилось, как вот тут вот это облако. Я нос засунула и думаю, я даже не знаю, как будет на теле раскрываться, но вот захотелось иметь этот аромат у себя. Мне кажется, этот аромат больше, конечно, для молодежи, для молодых девчонок. Он даже и внешне так похож на более молодежный вариант. Но захотелось. Pink Taxi, Beauty Time взяла. Их тоже, по-моему, три варианта есть. Ночное что-то. Вот в Pink, вот розовый флакон, который мне понравился. И вот этот Beauty Time. Давайте я поставлю сюда и расскажу вам ноты. Так, Beauty Time, туалетная вода 90 мл, фруктово-цветочно-восточное направление. Верхние ноты яблоко, груша. Вот мне яблоко показалось зеленое яблоко. Я даже, когда на меня начало оседать вот это облачко, мне показалось, что я вообще апельсин почувствовала. Но это было яблоко. Яблоко с грушей. Ноты сердца, ландыш и жасмин. Ландыш сразу, вот с верхними нотами тоже, вот он свежесть дает. Наверное, именно ландыш мне вот тоже показался элемент цитруса. И ноты шлейфа, сандал и мускус. Оба аромата разные, абсолютно разные. Если это тепло и цветы, то это взрыв свежести и более вот... цитруса. Вот. Ну, тут нет цитруса, но вот зелененькое яблочко с ландышем вот здесь. И вот они как есть цвет. Цвет полностью отражает аромат. Вот этот вот такой вот взрывной и тот красивый, нежный, женственный, оригинальный. В любом случае, кто любит дорогие ароматы, девочки, для вас это домашний комнатный вариант. Вот пшикнулся и через пару часов снова пшикнулся. И вот такое вот что-то домашнее, неудушливое. Поэтому, конечно, лучше в магазинах тестеры пробовать. Я тестеры всегда наношу на себя, на запястье. Потому что только на коже я смотрю, как раскрывается любой аромат. Иначе может быть обманка, когда на тест полоски потрясешь перед носом одно, а на коже совершенно по-другому пойдет. Далее теперь... покажу, что я взяла в улыбке радуги из ухода. У меня есть, по-моему, уже эта мицеллярка в большом флаконе, в очень большом. Но взяла и в маленьком еще. В ближайшее время буду открывать именно большую, пользоваться ей сколько понадобится. Это мицеллярная вода, чистой линии, идеальная кожа, вулканическая, вот с такой единорожкой Мими. Мицеллярное очищение написано. И входит зеленый чай. Давайте покажу, что здесь написано внизу. По-моему, для чувствительной кожи подходит. Для проблемной даже кожи подходит. Ну, в общем, взяла. Захотела и взяла. Так, мы вот это сейчас с вами вот так поставим. Это не очень интересно. А это сюда. Поэтому большим буду пользоваться, а в запас положу именно маленький. И у меня уже заканчиваются двухфаски. Я решила обновить. Одну двухфаску взяла черного жемчуга. 100% гиалурон. Ледниковая вода снимает стойкий макияж. Вот такое обещание для ярких губ, нежных век. Это на каждой бутылке висело. Но я сниму, чтобы ничего тут лишнего не висело. Такой и от Нивеи написано новинка. Но мне кажется, это уже старинка. Уже какое-то время, да, это средство гуляет. Ну, такое красивое розовое, оно так меня манило. Ухаживающее средство для снятия макияжа, для чувствительной кожи вокруг глаз. И вот что оно делает тоже, давайте. Главное, что удаляет, тоже стойкий макияж, тут написано.
тоже взяла. Что-то из них шло по желтому ценнику или по красному ценнику. Ну, я позднее покажу чек. В чеке будет не все, потому что это два похода в магазин. И у нас, как я во влоге сказала, Катрис выводят из улыбки радуги. У нас в одной улыбке он и не представлен, а во второй выводят. Очень часто слышала похвалу вот на этот камуфляж крем. Это крем для консилер, в общем, для век. Давайте вот здесь информацию тоже покажу. Вот, кремовый консилер. Я взяла в оттенке 010 Айвори. Открывать пока не буду, в запас положу. Но хочется мне его все-таки потестировать. Хвалили девчонки консилеры и в жидком виде со спонжиком, но у нас они уже закончились. Правда, тоналки стояли еще. Камуфляж. Ну вот, взяла такой. Раз выводят, надо будет, говорю, попробовать. Поэтому взяла. И по чеку. Так, заплатила я там 533. Это без ароматов и без кистей. И что взяла? Аромат и кисть, это было в первый раз. Так. Вот она, ледниковая вода, 150 гиалуронка. Камуфляж 166, это красный ценник. Идеальная кожа, мицеллярка, 77. И вот вы видите тут еще 138, двухфаска. С этим тоже все. И что я купила в обычных магазинах? В магазине, где канцелярия, взяла себе ручки, шариковые ручки. Правда, я их не стала расписывать, показывать, потому что я вам не могу сказать, в каком это магазине. Это надо жить в моем городе. Поэтому просто взяла разноцветные. Мне ручки нужны разноцветные, когда я отмечаю ежемесячно какие-то данные. Ну, например, там взять Project Pen, да, вот когда делаю отчет, я делаю каждый раз разным цветом ручки. Мне так удобно контролировать, какой месяц пропустила, какой, ну, в общем, это лично так. И поэтому удобно разноцветные, тут как раз их много. И светлые, и темные, даже вот если взять зеленых, их две, синий, голубой, да, розовый, малиновый, красный, такой оранжевый, желтый, ну, в общем, разные, видите, да. В общем, взяла себе набор ручек. Три новых наушника взяла, причем одни уже у сына опять полетели. Наушники хорошие, у меня работают такие долго, но вот как-то у ребенка летят быстро, потому что он валяется, когда в кровати что-то слушает или смотрит, бывает локтем наступит, надернет, ну, в общем, вот так как-то. В общем, очередные наушники. Увидела я шариковые ручки, девочки, это такое произведение искусства. Вообще вот эти фламинго были в нескольких вариантах. Был еще фламинго с закрытыми крыльями в шляпке и с такими распахнутыми крыльями. Но они стоили в районе 150 или 160 рублей, поэтому взять несколько – это уже дорого. Я взяла три ручки, поэтому уже получается около 500 рублей я заплатила. В общем, вот так вот красиво это все выглядит. Я даже не смотрела, пишет ли вообще эта ручка. Сейчас проверим. Да, пишет. Она еще и пишет, представляете? Вот такие вот тут чернила. Они вынимаются? Нет, не вынимаются. Это все одноразовое. Но мы не пользуемся такими ручками. Это в нашу коллекцию. Вы знаете, что у нас шариковые ручки целая коллекция. Вот это то, для чего нужен мне был стаканчик. Фламинго. Второй вариант. Вот такой песик. В горшочках. Видите, как сделано все. Такая прям как настоящая мордаха. Выглядывает из горшочков. Тоже это шариковая ручка. И тоже пишет, представляете? Вот. Это изготовитель. Собачек было два вида. Я взяла вот эту, а вторая была на пружинке. То есть это в горшочке, а вторая собачка была на пружинке. Ну, что-то на пружинке меня не впечатлило.
Так, вторая ручечка. Ну и третья меня покорила больше всех. Такой ветка дерева и пандочка. Медвежонок пандочка. Смотрите, как висит хорошо. Было желание вернуться в магазин и купить еще такие же. Но тоже пишет. Тоже проверила, все пишет. Ну, это просто даже на столе положить, да, в подарок кому-то. Как красиво. Тоже мужской, например, стол, да, и вот просто положить с каким-нибудь ежедневником рядом, черным. Ой, какая красота. Ну, в общем, вот это вот третья ручка, которая меня покорила. И последнее, что не знаю, каким я тут чудом прихватила в одном из косметических магазинов, это была помада. Помада от Фарес в оттенке 211. Я не знаю даже, что это за линейка, но что-то перламутровое. Вот вся информация, которая тут по Фарес стоит. А, нет, вот информация еще. Давайте мы ее тоже глянем. Тут наверняка написано, какая помада. А нет, состав только написан. Тоже 211 номер. Ну ладно. Открываем, смотрим. Я ее взяла вслепую. То есть нельзя было ничего тестировать. Девочки говорят, вот так надо снимать. Вот эту липкую, что на помаде осталось. И правда, смотрите, она вон вся снялась. Вот здесь еще немножко. Все. Все липкое я сняла. Вот один из вариантов. Девчонки подсказали. Kiss Me. Фарес Collection. Сколько ее тут? Вот. Да, а-ля 90-е. Все, как я люблю. Я помню, у меня был момент, когда всего одна помада была, и она была вот примерно такого цвета. Когда-то давно. И вот такой вот цвет. Такая домашняя. Легкая. Аромат приятненький. Косметический приятный ароматик. Вот такая помадка. Я люблю такие. Вот, наверное, мимо нее поэтому и не прошла. Это все мои покупки. 100 лет я, наверное, не показывала ролик, где много разных покупок. Я очень рада была, что у меня получилось прогуляться по магазинам, что-то купить, что хочется. В разные категории. Тут и канцелярия, и ароматы, и уход, и декоративка как-то, и для дома товары. Да, вот как-то вот много всего интересного. То есть я получила колоссальное удовольствие от такого шопинга. Вроде бы и для души, и что-то необходимое. На этом я буду прощаться. Напишите, что понравилось вам больше в покупках. Может быть, я так думаю, многие напишут ручки. Спасибо большое за внимание, за просмотр. Спасибо, что остаетесь со мной на моем канале. Так, декоративку сюда. Всем хорошего настроения и всем пока!